Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. Стоп, что это? Это какой-то пришелец? Вы посмотрите, ребятоньки, он может даже двигаться, и у него отросли вот такие конечности. Выглядит, конечно, очень и очень даже страшно. Но мне кажется, этот персонаж не такой уж и, ребятоньки, злой, потому что он идет сражаться против вот такого радужного друга. И давайте посмотрим, на что же этот монстр у нас способен. Видим то, что он ударил нашего радужного друга, и он у нас отлетел на множитель в 1,7. Ну, в принципе, очень и очень даже неплохой такой ударчик. Ну что же, ребятоньки, а я приветствую абсолютно всех в игрушке под названием Venom Run 3D. И видим то, что мы можем прокачивать нашего пришельца. Давайте тогда прокачаем, конечно же, силу. Видим то, что у него отросло щупальце. А если я еще раз прокачаю, еще одно щупальце, ребятоньки, отросло. Ну и давайте тогда, конечно же, прокачаем скорость и немножечко инкам. Ну что же, давайте тогда, конечно же, проходить уровень номер 2. И смотреть, самое главное, что же тут у нас такого интересненького будет. А мы видим то, что смотрите, тут у нас имеется вот такой монстр 10 левела, и я только что его слопал. Вот это очень и очень даже хорошо, потому что сейчас мы вместе с вами берем и эволюционируемся вот в такого прикольного персонажа. У него тоже щупальцы, но сверху имеется какой-то панцирь. Не знаю, конечно, что это такое, но буду надеяться на то, что эта штучка окажется очень мощной, потому что нам надо, ребятоньки, точно на x2.0 отправить вот тут этого радужного друга. Ну и что же, видим то, что мы его опять-таки, ребятоньки, бьем, и он опять-таки доходит до стеночки в 1,7. Блин, я думал, конечно, будет немножко получше результат, но пока что остановились на том же месте. Так, уровень номер 3 выглядит у нас, ребятоньки, очень необычно. Тут у нас в основном имеются одни множители. Ну ладно, хорошо, сейчас тогда мы, естественно, будем брать самые положительные множители, а именно вот такой плюс 4. Давайте тогда сейчас его возьмем и видим то, что у нас еще до сих пор не появился панцирь. Вот это подстава. Я думал то, что у нас уже точно он будет, но видим то, что все-таки он наконец нашего левела появился. И давайте тогда сейчас точно такого же монстрика, как и мы, тоже слопаем и, конечно же, пойдем сражаться против радужного друга босса. Вот так я взял, аккуратненько попал на хороший множитель, и видим то, что смотрите, как мы хорошо его вот так, ребятки, запульнули. Практически 2x множитель мы получили, и самое, ребятки, главное, попасть на 5x. Есть! Вот это вообще очень и очень даже суперски получилось. Давайте тогда на 832 кристаллика мы, конечно же, прокачаем силу, скорость прокачаем до максимума, ну и давайте инкам тоже прокачаем до максимума. И видим то, что у нас появилось эволюция. Теперь у нас не просто вот такой чувачок, а у него отросли еще рога. Ну ладно, хорошо. Сейчас тогда будем проверять этого паренька. Надеюсь, у нас будет такая эволюция на уровне номер 4. Ну а пока что мы видим то, что у нас масс в 22 единички. Довольно-таки неплохо, но, ребятоньки, нужно стараться больше и больше. И вот как раз-таки у нас уже появился чувачок с панцирем. Вот бы, конечно, его прокачать до максималочки. Может быть, вот этого хватит? Да, смотрите, друзья, действительно хватило, и у него появились вот такие красные шипы. Ну, теперь остается дело за малым. Конечно же, выбрать вот такой параметр и долбануть нашего радужного друга очень и очень даже хорошо, чтобы он попал на множитель. К сожалению, мы до 2x так пока что еще не можем дойти, но я буду надеяться на то, что в скором времени у нас это по-любому должно получиться. Потому что мы сейчас на 5 уровне, прокачаем силу, скорость и, в принципе, все. Ну ладно, окей. Начинаем проходить 5-й юбилейный уровень. У нас уже сразу же имеется 13 единичек нашей массы. Конечно, не супер много, но этого достаточно, чтобы слопать вон тех ребяток. У них у всех, в принципе, масса по 15. Я думаю то, что это, друзья, будет действительно очень и очень даже хороший бонус. И в итоге раз, два, у нас уже имеется прокачанный монстр полностью и масса в 70 единичек. Все, друзья, остается нам только сосредоточиться и попасть на хороший множитель, а именно на 1,2, это сила удара. Ну и видим то, что мы, ребятоньки, практически до двушечки дошли, да, она у нас даже исчезла. По сути, мы дошли именно до этого множителя. Ну и тут, ребятоньки, конечно же, на 5x надо попасть, чтобы получить максимальное количество наших денежек. Вау, ничего себе! Игрушка мне предлагает сыграть в особенный режим. Надо кушать людишек. Ну, давайте попробуем, потому что, в принципе, мы только и делаем то, что эволюционируем, а тут у нас имеется возможность взять и полопать наших человечков. Вот это, на самом деле, очень и очень даже необычный и прикольный режим. Также мы тут еще, ребятоньки, вместе с вами сразу же получаем кристаллики. То есть и эволюция
эволюцию прокачиваем и, естественно, фармим наши денежки. Поэтому мы сейчас супер круто отыграем и посмотрим, какой же все-таки у нас результат по денежкам будет в конце данного левела. Остается 5 секунд, у меня имеется уже максимальная эволюция, ну и крайние кристаллики, которые здесь были, ребятки, я достал, и заработал я всего лишь 21 кристаллик, капец, друзья. В принципе, режим, конечно, веселый, но очень непродуктивный, потому что мы заработали очень и очень даже мало. Ну ладно, давайте перед 7 уровнем мы, конечно же, прокачаем 2 раза силу, 2 раза скорость, ну и инкам опять-таки мы никак не можем прокачать. Давайте тогда на следующем левеле мы сразу же возьмем, прокачаем инкам. Ну а пока что видим то, что тут у нас имеются вот такие маленькие монстрики и плюс один малыш с 8 массой. То есть, в принципе, очень и очень даже неплохо. Сейчас тогда еще возьмем вот этот множитель в плюс 5. Ну и остается нам на финалочку слопать вот этих моих дружбанов. Все, ребятоньки, у нас опять-таки имеется мега крутая эволюция, 73 массы, а у нас максимум было 70. Я считаю, это реально очень и очень даже достойно. Главное сейчас опять-таки попасть на хорошие множители, чтобы наш радужный друг долетел до нашего 2x. И смотрите, друзья, тут у нас даже имеется вот такой сундук. Но, к сожалению, пока что мы до него не дотронулись. А наша задача как раз-таки дотронуться, чтобы получить много и много денежек. Ну что же, как я обещал, вкачиваю инкам на все денежки и видим то, что мы как раз-таки выровняли абсолютно все параметры до 8 левела. Что же нам приготовил интересненького уровень номер 8? Вижу то, что у нас тут имеются наши дружбаны. Сейчас тогда их всех скушаем, конечно же, и получим вот такую эволюцию. У нас уже имеется 55, а теперь 50 ровно массы. То есть, в принципе, опять-таки, ребятки, все стабильно. Сейчас, если мы еще вот эти все штучки возьмем, у нас имеется уже 78 массы. То есть, по сути, с каждым левелом все больше и больше мы начинаем нашу эволюцию. Ну и что же, чувачок, давай, пожалуйста, доберись до сундучка и есть, друзья! Мы наконец-таки это сделали. Сундучок мы открыли и получили 415 кристалликов. То есть очень и очень даже неплохие денежки. Ну и давайте сейчас тогда я прокачаю опять-таки скорость и силу нашего мутанта. Ну и это у нас, друзья, уже 9 уровень. Следующий будет 10 юбилейный. Очень и очень даже интересно будет посмотреть, что же он нам такого интересненького приготовил. Ну а пока что я вижу то, что тут у нас очень и очень даже пустой уровень. Имеются только вот такие комочки слизи, но при этом моих дружбанов именно уже организмов таких я, к сожалению, не вижу. Ну ладно, сейчас тогда насобираем вот эти кружочки и пойдем, конечно же, давать пощечину нашему радужному другу, потому что, смотрите, он настроен очень и очень даже серьезно против нас, но мы не такие уж злые, как он. Ну и вот он, ребятки, долгожданный 10-й юбилейный уровень. Давайте перед ним, конечно же, опять-таки прокачаемся. У нас полностью прокачана скорость и сила. Я думаю, это будет реально очень и очень даже мощно. Вот так сразу же берем, лопаем нашего дружбана с массой в 4 единички. И, естественно, бежим дальше. Главное нам не попадаться вот на такие пилы, которых тут очень и очень даже много. Вижу то, что, смотрите, друзья, нам нужно слопать вот этих ребяток, у которых 15x множитель. И, блин, смотрите, я только что одного просто тупо пропустил, и это на самом деле оказалось очень и очень даже жесткой подставой. Смотрите, множитель в 1.5x всего лишь мы вместе с вами налутали. Жалко, конечно, что 10 уровень у нас не зашел, но я думаю, если вы, ребятки, захотите продолжение, мы обязательно вместе с вами отыграем очень и очень даже хорошо следующие левелы. Ну а на этом, ребятки, я заканчиваю прохождение нашей игрушки. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!